Человека человеком делают, несомненно, вера Иисуса Христа, Сына Божия и Пресвятую Троицу. Сказано в Писании, которое вы любите очень, без веры невозможно угодить Богу. Знаете, жизнь бессмысленна. Почему? Бог нам Отец. Цель жизни человека, именно человека, который там душа есть, это послужить Богу. Все остальное недостойно человека. Человек рождается на земле в муках для того, чтобы он кричал на стадионе «Шайбу! Шайбу!» Для этого что? Богу послужить. Через людей. Послужил ближнему, послужил Богу.